И всем привет, с вами Бантерфлэг. И да, как вы заметили, мы опять на даче. Мы опять на чертовой даче. Меня заставили. Ну вообще, шоколадку купить за это, да, пофиг. Да, мы уже вчера я снял влог, но забыл его выложить, так что сегодня будет два новых видео. Да, именно два новых видео. Два. Дача. Ну, я на даче. И еще. И это теплица. Так, идем в теплицу, я вам ее покажу. Да. Стоп, я ее уже показывал. Так что нужно перейти на эту сторону. Стоп, нет, я забыл вам показать. Ладно, я иду загорать. Опа. Вот тут мы загораем. Тут ложимся и загораем. Просто, просто загораем. Прошел час, я загорел. И вот, оттуда мы пришли. Туда можно сходить. Вот это какашка. Я не знаю, что еще можно показать. О, там моя сестра. Но она ушла. Можно вот так взять прям с дорожки камушек и кинуть. Ладно, это не весело, это убийственно. Так можно убить. О, она ножка зачесалась. Зачем я это все комментирую? Так. Кустик смородинки. Кабачки. Да, вот это все еще наше. Кабачочки. И тут что-то написано. Уважаемые садоводы, выполняем любые строительные работы из нашего материала. Заборы, веранды, кроем крыши, сайдинг, профнастил. Да, профнастил. Выезд на объект бесплатно. Пенсионерам скидка 20%. Какое же говно! Зачем это клеит именно на нашем? Машинка, машинка. Ладно, видео подходит к концу, потому что мне нужно идти помогать. Так что всем пока. С вами был Бантер Флэг. И до новых встреч. И всем пока. Ладно, я шучу. Еще секунд пять. И всем пока. Лайк. Ставь, поставь, напиши комментарий, где ты живешь. Это будет интересно, что ты делал на даче последний раз. И всем пока, ставьте лайки.